Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и мы продолжаем гомыськать дальше. Что ж, собираемся с нашими тельцами и прочим добром. Вспоминаем, как прыгать, как не прыгать. Разговариваем с типом. Надеюсь, я не зря покинул Афины. Конечно, не зря. Так безопасней. Правда? Фариса Фор. Безопаснее, чем было. Главное, чтобы культ тебя не нашел. Все просто. Пусть даже, допустим... Но там ассасин бегает, ассасин. Кто они? Вдруг нас ждут еще более опасные земли. Может, и не говори. Но это твой шанс. Так, я не знаю, где я точно нахожусь. Просто плывем. Не думал, что погиб в открытом море. Я снова не раз прыгал. Отлично, открытое море. А интересно, могу ли я тпхнуться, например, если я около этого острова как бы уже хотя бы хоть раз был? Заебись. Надеюсь, вдали от Афин, пульт меня не достанет. Если я так, попал. Тебя не отпускай так просто. Лучники, хуючники. Жопа, сейчас буду дырявить. Сейчас будем ебать их из вазелина. Уярим. Научил родину любить. Надо со временем, конечно, улучшить нашу лоханку. То она что-то совсем никакая, можно так сказать. Это если вкратце пробежаться немножечко по всем аспектам. Аспекту патронам. Yes. Я так и знал. Разворачиваем лоханку. Я хочу его труп увидеть, как он будет разлагаться в море. Собрались, пацаны. Вот так. Красава, пацанчики, красава. Я его научу гореть. Стреляй по команде! Ну что, пацанчики, топим его. Боги были благосклонны к нам. Будет знать, как хулиганить со мной. Или потом крошить против меня. Что там у нас? Опять Афины. Нет, в этот раз, кстати, они не против меня пропустить. Забавно. Еще недавно такие типа. Нихуя. А я не пропущу их так просто. Сюда иди. Давай, пацанчик, давай, 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 давай. Не подведите меня, просто. Сейчас мы его разберем на запчасти.
Давайте, пацанчики. Слабысь. Еее, piece of cake. Молодцы. Молодцы. Так, впереди, по-моему, важный пасок. По-моему, это этот. Злостный дядька меня караулит. Поэтому мы обязательно идем на него. Вне всякого сомнения. Сейчас протараним пацанчик. Хороший корабль. Не надо этого. Был хороший. Чего? Корабль. Пустые. Теперь хуякс. Здесь свобода. Давайте возьмем его на абордаж. За пидораси. Без зеленого. Ну, здрасте. Искупайся. Полетели купаться. Для особо одаренных включаем супер-пупер вертушку. Еще один водичку ушел. Готово. Только я заберу у них это, сейчас на дно пойдет. По-моему. Или не ждут, когда Кэптен утонет. Да нет, вроде теперь вот на дно пошел. Столько дел и столько неизведанного впереди. И не говори. Наш корабль топить некогда. Готов здесь стрелять! Пацаны, ждем, ждем, ждем. Где огонь? Где огонь, ребятки? Огоньку надо подать. Лучники, готовься! Погнали, пацаны. Вижу их уязвимое место. Хуйняк. Ладно, что-то я отвлекся, ребят, погнали. Люблю топить кораблики. Еще, получается, с времен черного флага за Синкрида, там вообще, конечно, это было шикарно сделано. В том плане, что бух-бух, тых-бы-бых. Единственное, что нельзя было затопить, не атакуя, это печалька. Так, норм. У меня куча еще неизведанного, ну ладно. Ничего страшного. Шо успеется. Твой желудок тоже бунтует. Ничего, привыкнешь. Скоро будем на сервисе. Да вот он, этот остров, только надо найти теперь лагуну, я так понимаю. Пришкерец. Надо скорости!
гранаты. Понятно. Как типа не избавлюсь от преследователей. А нет, все норм. Они сами отошли. Опасность миновала! Готовимся к тому, чтобы сойти на берег. Норм. Рад видеть тебя в добром здравии, Фиди. Спасибо, Феррес. Как видишь, я прибыл не один. А, да, благородный воитель, о котором ты мне писал. Не будь мне это спасение выгодно, он был бы уже мертв. В свою очередь, я кое-что узнал. Убить Фидия планировал человек по имени Брисон. Надеюсь, тебе это чем-то поможет. Ну шо как поможет, да. Братиш? Ну шо как? Попрощайся за меня с Периклом и будь осторожен. В Афинах сейчас небезопасно. Да ты шо? Когда было вообще безопасно, чем с этого? Тоже мне, блин. Так, культисты, они же анонисты. Клянусь своей жизнью и жизнями тех, кого я убью, что больше не подведу космос. Хорошо, космос. Мы сейчас тебе внедрим в задницу датчик выхлопа вредных веществ и убьем чуть-чуть, немножечко, слегонца. И все будет хорошо. Честное слово. Самый быстрый способ это, конечно, тбхнуться и проследовать. Проследовать далее. Далее и так далее. И тому подобное. А качкач, конечно, бы мне не помешал, но не критично. Однако. По крайней мере, пока. Это будет видно. Подрезал немножко монеток. В хорошем настроении, добром здравии мы едем дальше. Чпоникс. Интересно, доплыть смогу, здесь лодки нет. На своих двоих. Ники за глазами выслеживает вас. Ну что, я не против, пусть выслеживает. Когда я был против. Без разницы, что на пробел или плыть, что так. Одинаково, не вижу разницы, что прям уж совсем быстрее. Хотя нет, не, я не прав. Реально есть разница. Здесь скачкообразно происходит, а так плавно. Он находится в порту вот здесь, недалеко. По 3 метра нырок в среднем. Зажгите припасы армии. Окей. Надо нанести отметки. О том, что у них тут есть и чего нету.
Не совсем понимаю, что именно откликается. А, вот оно. Вот оно что. Блин, убить сюда пришел. Сука. Эй, ты! Откуда здесь тело? Посмотрим. Ты сдохнешь. Блин, охрана проснулась. Не круто. Забить будет сложнее. Хотя... Готово. Не стану. Теперь проткнем их, ребят. Погоди ты, господи, Вася, ну ты не дал мне даже шагнуть, даже попукнуть не дал. Ай, блядь, я давно не сейвился, это писец, я забываю на F5 нажимать, ребят. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вай-вай. Пятёлька. Пятёлька. Псянюсечка. Так. А, нет, в принципе, надо. Попробую найти укрытие. Крутим, мазафак. Чё ты хера здесь этих убийц собралось? Чё за фигня вообще? Чё за симпозиум для убийц? Реально их прям вообще... Мирено, не мирено. Это, короче, их загнать куда-то здесь, в одно место всех. И отдрючить. Походу. Не, ну реально их просто сразу пачки собрались. Вот один из них. Подтвердите убийство культуриста. Нежданчик, конечно, что там такая штука была, честно скажу. Минус один. Нельзя, говорит, засейвиться. Бах в башню. Типа, вай-вай, кто тут убил?
Укрытие! Лучник должен умереть! Пиздык. Ах ты скотина. Есть те, которые не падают. Ну ладно. Тогда потанцуем. А нет, ты все-таки падаешь. Только не так, как хочу я. Ты что такая тут пришла? Интересная. Не могу сказать, что молодая, но... Не менее интересно. Давайте так. От меня не уйдешь. Нет, все-таки я могу ее отмыть. Это хорошо. Почему хорошо? Потому что есть все шансы ее уронить. Хм, странно, но почему-то падает так, как ей нравится. Так как ей удобно, короче. Зараза. Надо, ёпт. Не нахер тебе. Давай, запрыгай сюда ко мне. Потусим. Давай, давай, давай. Я жду. Запрыгивай. Стрел нет. Прячься лучники. Эх. Иди сюда, потанцуем, пацанчик. Дерзкий, резкий, как понос мерзкий. Слишком часто он юзает комбо свои, капец, аж бесит. Для начала надо побегу, наверное, убить, я так думаю. Теперь можно им заняться. Смерть.
смысле меня так легко? Ты еще меня не победил, братиш. Пока что. Это пока что все твои влажные фантазии. И не более того. Ты меня выбесил, на тебе за это. Катя, идет прямо таки за мной. Прямо таки по пятам. Утки-путки. Утюдьки по путьке, да? Свои по-прежнему недоступен. Готов. Красавчик. Так, сейчас, собственно, сюда что приперся-то? Приперся попинать этих пацанчиков. И не более того. Оу, ты же шестой. Глядь, космоса, Вася. Улучшить компьютер, Вася, лучший компьютер. Чё ты? Лучше его слеживать. Давай, давай. Так, я же где-то... я тут забыл поставить отметку. Только тут, ну ладно. Сейчас ты пыхнемся. Надо только отсюда выйти, с этого лагеря. И все будет хорошо. Колесо. Это при том, что я еще не качанный. Сделать из таких ингредиентов. Он язык оленя. Найс. Возраст не помех, как раз таки. Квистяка. Был у меня такой. Тякой отняка, бель-бель-бель, тякой отняка. Ну, иду за ним чуть-чуть. До аттики. Аттика, 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 акробатика. Удар богов. Бубух, бубух. Тудух, тудух. Чпунькс, полетели. Василь Джон. Да, почему меня не отмечен? Киби. А вон вижу. Надо эти тпхлки сделать, чтобы было все чики-пуки. Так. Ну-ка. На коняке, мириняке хоть чуть-чуть быстрее будет. Ну, относительно. Нифига их кусок. Выпал кусок. И так пойдет, да? Понятно. Здесь бдительные страшники. Да, я заметил, какие не бдительны. У них кусок стены отсутствует, но им нормально. Вентиляция. Весь секрет вентиляции.
Это поместим Метеоха. Чтобы ему стало плохо. Однако. Тик-тик-тик. Ну-ка, что там у нас? Памятник человеческому мастерству. Поэтому мы на него сейчас залезем на голову и насрём. Мудрая богиня войны. Радостно ли тебе видеть свой город? Поверите? Однако. Есть у неё титьки? Титьки. Титьки. Опа. Синхронизация. Норм. Прыжок Пупукина. Ну все, погнали на квест. Конякер, миринякер. Давай. Ну давай, тушенка, погнали. Я правда как от коня толку, я прям в шоке. Уже некуда. Ищу укрытие. Ну. Прыгнуть не мог, я кер на бывай. По полдня думал. Ужас. Однако. Это тебя прислал Перикл? Нет. Да. Он рассказал про остракизм, но не объяснил, что мне делать. Конечно же, для этого есть я. Что мне нужно делать? Голосование состоялось. Скоро голоса подсчитают. Возьми этот мешок со страками и положи вместо тех, которые охраняют. Ты хочешь устроить подмену? Не я, Перикл. И у него есть на то причина. Принеси мне второй мешок со страками, дальше я сам. Меня никто не увидит. Жди тут. Меня вообще никто не видит. Отмщаю. Вася. Товары со всей Греции. Даже не верится, что спартанцы осаждали город. Тут наверняка есть охрана. Стой! Сюда нельзя! Так, кто бы спорил, что все нельзя? Я пока покипишу, и то я спокойно здесь все обойду.
Ты дебило кусок, ты куда полез? Ой, ебантяй. Просто пиздос. Полный бизнес. Ты куда лезешь, блин? Говноуборщица. Железо. Там в ней сейчас очень много железа, да? Типа, я залезу, пожалуй, на эту херню, и он меня не убьет. Гениально. Возможно, в следующей жизни он будет чуть поумнее выбирать укрытие. Все готово. Найду человека Перикла. Штабильность региона активна. Серьезная тетка. Да еще и со львом гуляет. Найс. Калитка выстрел, бах! Представляю ее удивление, когда я ее бахнул. Да типа, ай, что такое, Вася? Вот это. Ой, еще один пришел. Ну надо же. И тигринка. Вот это ладонь. И не говори. Куру заберем себе. Пуль. Полетели. Братишка. Братишка завор. Эй,
Гитлер. Тикс. Однако. Как он сказал, меня, говорит, никто не увидел. Вообще никто не увидел. А, забавно. Готово. Готово. Быстро ты. Что ты с ними сделаешь? Кину в колодец. А, похоже, глашатый. Прошу прощения за задержку. Мы узнали, что кто-то пытался подделать результаты. Не бойтесь, все астраки были найдены. Голоса подсчитаны. Из города будет изгнан Анаксагор. Дружба важна. Без дружбы никакое отношение между людьми не имеет ценности. Тем сложнее мне сейчас, когда Анаксагор покидает Афины. Мы были близки, хоть и не так дружны, как они с Периклом. Странно, что Перикл не пришел защищать его. Кто ты? Спроси любого, и тебе скажут, что я Сократ. Но имя ничто. Мы — это наши действия. У всякого действия своя награда и своя цена. Так скажи, кем считаешь себя ты? Меня зовут Алексиос. Это не помогло узнать тебя. Возможно, найдется другой способ понять, кто ты. Хочешь узнать меня? Лишь знания ценны в этом мире. Ты согласен? Да ты шо? Знания в рот не положишь. А, значит, тебя ведет жажда богатства. Людям нужны только деньги. Многим нужно куда меньше, чем им кажется. А кто-то рискует всем, чтобы как-то выжить. Да, ты явно из тех, кто сделает все, что сочтет необходимым. Будь то за деньги или ради личных целей. Так поступают многие. Но мне интересны твои мотивы. А как иначе? Из-за тебя мой друг вынужден навсегда покинуть этот город, свой дом. Я не тот, кто тебе нужен. Ты утверждаешь, что ты не тот? Счастлив человек, познавший себя. Если бы я и совершил подмену, ты бы не узнал. Меж тем, я ничего не говорил про подмену. Сократ, вот и ты. Вот и я. Пойдем, тебя заждались. Я хотел узнать у Анаксагора и узнал. Скажи, что я скоро буду. Что ж, наша беседа подошла к концу. Впрочем, надеюсь, она не последняя. Все может быть. Они это так не оставят. Со мной придут. Какой ужас. За мной типа придут. Я даже вижу, кто идет. Ух ты, не один. Давай встреч. Как и них они наняли быстренько наемников по-братски. Прям поражает их скорость. Мысли.
Эх, только и наемники плохие. Болтаешь, мужик. Открой тебе тайну, хоть ты и 27, но болтаешь ты очень много. Тебе еще осталось кровь? Конечно, Васик. Что за глупый вопрос? Бумс. Кишки наружу. Шпинкс. Почки проветрены. Вот и все. Отмучился. Остался ядовитый вопрос. Высморков рукой у нас. Нужно действовать осторожно. Что-то непонятно, как внутрь этого говна пробраться. Дверь-то закрыты. Как бы там ни было. Не, ну реально к этому метеоху как добраться? Двери реально закрыты. По крыше я уже пробовал. Тоже нигде входа не увидел. Сначала думал здесь, но нельзя ничего сделать по этому поводу. Проклятый огонь! Понятно. Вот, вот оно как. Я горю! Убей змей, пока не поздно! Откуда так много змей? Ух ты, блядь, змеи очень опасные. У меня уж памперсы протекли. Блин, он был зацевиться, что-то я тупанул. Ай да нака. Сейчас может нехерово назад тпхнуть. Всех ребятишек, которых я убил, обнулит. Хотя как бы... голова нужна каждому. Хотя как бы я вроде негласно начал квест. Перикл, отец демократии. Не люблю такие надписи про демократию. Ничем хорошим это не заканчивалось. Нихера себе, статуя какая крутая. Ну же,
убей змей, пока не поздно. Откуда так много змей? Пец грёбаный змей. Сами боги послали тебя. Если бы не ты, меня бы съели заживо. Змеи не едят людей. Так точно. Но наверняка убивают. Убивают, да. Я не спасаю жизни бесплатно. Конечно. Я от Перикла. Он волновался за тебя. Часто ты оказываешься в таких ситуациях. Что за странные шутки? Злодеи вломились ко мне, притащили сюда, связали и выпустили этих тварей. Останови их. Да ты еще. Кого, змей? Злодеев. Злодеев. Я отыщу их, Метеох, не бойся. Люди готовь на бабло. Грани. Если так будет продолжаться, мы поубиваем друг друга без всяких спартанцев. Спартанцев. Капец, у него атрофированные мышцы на руках. Сразу видно. Тяжелее ложки. Он ничего не поднимал в своей жизни. Тикс. Сомневаюсь, что Перикл гордится этой частью Афин. Опа. Где-то здесь должна быть подсказка. Вот эти змеи и есть подсказка. Такие же чуть не убили Метеоха. Похоже, задумали это покушение не те, кто напал на Метеоха. Змеиные укусы, и кто-то спрятал тело. Хотя, мне кажется, смерть была случайной. Должно быть, нападавшие живут тут. Но, судя по письму, они лишь выполняют чужую волю. Чью? Ты чего рыскаешь вокруг моего дома? О, как. Вы напали на Метеоха. Я нашел змей, письмо от вашего друга и труп. И все это здесь. Да, Актис. Мы знали, на что идем. Не прольется кровь, не настанут перемены. Я знаю, кто-то дал вам этих змей, вас просто использовали. Кто это был? Настоящий герой Афин. И шавкам Перикла его не остановить. Отвечай, или я убью тебя на месте. Тебя забудут. И твою борьбу тоже. Ладно, ладно. У него лагерь возле города. Там он продает змей. Как быстро он очканул. Ты хотел убить. И заплатишь жизнью. Мы не отступим перед вами. Афины станут великими. Перед кем? Порог будет ускоренен, так или иначе. Я избавлю Афина от продавца змей. Готово. Минус какашкин. Кислороду стало сразу больше. Сейф. Эй. А вот вижу все. Весь 5 сработало. То опять бежать такую даль на наносик. А вот и он. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Почувствуй яд в своей крови. Дебил, что ли? Яда хочешь? Я пропишу тебе яд. Внутри жопошник. Я убью тебя, мистер. Дальше. Братишка. Ты умрешь. Отлично. Смерть близко. Тебе
Это точно. Кинжал отравителя. Все змея там бесится. Ой, а за мной след. Ух ты, ё-моё, их тут. Нормально. Кто это? 23-й. Ладно, дадим пацану шанс умереть сегодня. Слишком жалостливо. Убивать не жаль. Просто умри. И все будет хорошо. Вот и все. В смысле, где сокровище? Вижу. Опачки. Еще один пацанчик умрет по-быстрому. Что поделать? Он сам нам просился, наемник. Никто не просил. Цель едет к нам. Шикардос. Это еще один. Упс. Сократили численность всех наемников в округе. Ладно, того убьем позже. Идут неплохо. Пока опасность миновала, но злодеи все еще на свободе. Это были рыбаки. Их использовал продавец змей, который служит врагам Афин. И что ты сделал? Они получили то, что заслужили. Смерть. Наказание справедливо. Но мне больно думать о том, что жители Афин враждуют друг с другом.
Тебя хотели убить. И не появись я вовремя, убили бы. Спасибо за помощь, Мистий. Я расскажу об этом Периклу. Так, все, что хотел Перикл, сделано. Вернусь к нему и выясню, что Афининам известно о моей матери. Окей, ему в кассе. На этом, ребята, я, наверное, пожалуй, закончу. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.